тогда. Потому что важно в том, что ведь даже у человека, если у самого тупого вас спросить, как называется, который не имеет вообще никакой фантазии, например, в какой же вы деревне хотели бы жить, например, да, называется, или в какой бы городе вы хотели бы жить, любой человек, он скажет, вот было бы здорово, чтобы здесь так иллюминациями так освещалось, и вот такой модный магазин был, а вот на заправке там стояли не мрачные, вот там, допустим, узбеки, например, или таджики, например, вот, а стояли моднейшие герлы, например, что когда они заливали бензин, то сразу создавали на целый день прекрасное настроение, например. Да, а если у какого-нибудь человека... Вот были дети, вот дети его могли бы жить в Машарае, в моем городе. Так, все.